День рождения – это когда за одним большим столом собирается вся семья, друзья. А когда это именины школы, становится сложнее уместиться даже в концертном зале. Именно поэтому праздновать день варенья в круглой школе решили по параллелям. Выступить и поздравить родную школу со сцены хотели многие, ведь для каждого она самая лучшая и любимая. Мне очень нравится учиться в этой школе. Учителя добрые и просто она замечательная. В день рождения я бы школе пожелала, чтобы она оставалась такая же хорошая, чтобы не менялся состав учителей и чтобы всегда она расширялась. Я пожелаю своей школе, чтобы она стала еще лучше, еще краше. Ребята признались, что учиться в гимназии не просто. Преподаватели ставят перед учениками высокие планки и требуют знаний. Но это детям только на пользу, ведь именно в школе закладывается основа для будущего. Самое важное в нашей школе – это мы, ее ученики, потому что мы наполняем ее, мы делаем ее такой, какая она есть. В нашей школе я пожелала бы оставаться такой же прекрасной, веселой, какой она является сейчас. Чтобы там всегда царило веселье, озорство, хорошие оценки, улыбки, милые друзья. Через много лет я, наверное, хотела бы, чтобы школа не изменилась, а осталась такой же, как и сейчас. Потому что мне кажется, что именно в данное время наша школа совершенно идеальна. И я ее люблю, какая она есть. И если бы она осталась такой, какой является сейчас, я была бы очень счастлива. По замыслу режиссера, круглая школа – это кольцо, которое берегут хранители, преподаватели гимназии. Во главе директор Ирина Кобзенко, капитан большого корабля, имя которому – Одинцовская лингвистическая гимназия. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».